Грабитель-неудачник, который пытался взорвать банкомат, пойдет под суд. Следователи закончили расследование уголовного дела. В феврале этого года мужчина ночью пришел в помещение с банкоматами на Красрабе. Он попытался накачать устройство газом, а затем взорвать, но затея провалилась. На месте он оставил 12-литровый газовый баллон и сумку. Вскоре налетчика поймали. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний красноярец, который во всем признался. За что задержан? За попытку взлома банкомата на Красрабе. Какого числа? В ночь на 23-е. Каким способом хотел его? Газом накачать.